В деревне Некрасово Селивановского района смертельная авария. Днем 24 июня 35-летний водитель легковушки сел за руль, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии. С ним в салоне находились 12-летний подросток и еще трое детей. Мужчина не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево. На место прибыли полицейские, экстренные службы и сотрудники прокуратуры. В результате ДТП погибли водитель и пассажир 2009 года рождения. Еще трое пассажиров 2008, 2011 и 2012 года рождения направлены в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.